Всем привет! Снова с вами на связи Андрей Низ. Сегодня дам еще один небольшой краткий совет для всех, кто приобщается к цифровой графике. Очень часто так бывает, что длительная работа над одной и той же работой замыливает глаз. Мы не будем сегодня разбирать причины этого явления, а поговорим о том, как с этим бороться. Есть в Photoshop очень простая команда. Мы для этого должны выделить все изображение. Горячая клавиша Ctrl-A. Нажимаем правой кнопкой мыши. Ctrl-T нажимаем. У нас выполняется свободное редактирование, после чего мы можем выбрать несколько вариантов работы с изображением. Нас интересует отразить по, и выбираем горизонтали, и видим, что работа полностью отражается по горизонтали, и все те моменты, которые могли приесться и залипнуть в глаз, если так корректно говорить, они вам станут сразу видны, когда вы работу отразите, и все дефекты проявятся. После чего вы просто берете и поправляете их. И если опять долго работаете, опять отражаем, естественно, сохраняем, снимаем выделение, Ctrl-D, и продолжаем работу. Это старый прием. Его часто используют. Пользуйтесь почаще им. Он поможет вам быстрее прогрессировать. На этом короткое видео все. Надеюсь, оно окажется кому-то полезным. Всем до скорого.